Короче, как вы видите, мы летим сейчас в Дубай, потом Абу-Даби, а потом Момбаса. Абу-Даби. Адис-Абеба. Нет, Адис-Абеба. Дубай, Адис-Абеба, Момбаса. Почему она на меня все время кричит? Я не знаю. Ты меня бесишь. Вот свои всегда бесят. Да. Короче, Дубай, Адис-Абеба. Это Эфиопия, кстати, чтобы ты знала. Черт. Черт. И Момбаса. Что случилось с лодкой, которую мы не посещали 4 месяца. Итак, поехали. Ну, то, что она вся грязная, я буду молчать, да? То есть вот я сейчас уже открыл борт. Вот это вот птички нам ее загадили. Но здесь на самом деле все не так печально, потому что я просил ее убрать. И здесь все вычистили. То есть вот эти канистры, это нам воду привезли. А вот тузик. Так он выглядит. Весьма говенная штука. Ну и внутри еще есть такой запах, который нужно просто, он спертый, нужно его прочистить, помыть. И вот что я нашел, не работает лебедка. Я пытался поднять тузик, его убрать с лодки. Короче, не работает. А нет, работает. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это у нас отламывалась плита. Вот эти вот все штуки, вот они вот так выглядят. То есть это за 4 месяца. Они просто сгнили и все. То есть какие есть варианты? Купить новую решетку, самый простой. Ну или приварить просто нержавейки, вот такие вот прутья. Но так как мы в Африке, я думаю, что скорее всего так мы и сделаем. Когда мы забрали из бот-ярда решетку для нашей плиты. Ее специально я не показывал, потому что, внимание, внимание, решетка. Видите, какая элегантная, да? То есть, когда я показал здесь своим друзьям, они сказали, что, вероятно, 3-летний ребенок сварил бы ее, наверное, получше. Ну, а что, нормально, вот тут вот, вот так красиво, вот тут вот, вот так красиво. Ну а что, какие-то требования особые? Работает функционально, получилось. Вот лодку нашу помыли. Я частично показывал, как она выглядела. Сейчас я показываю, как она выглядит сейчас. Не иначе с завода. Прямо как будто купленная на фабрике. Прямо вот как пришел и прямо вот прямо забрал. Короче, вот оно еще сейчас здесь подсохнет. И будет вообще прекрасно. Вот даже видно, насколько она желтенькая сейчас. Не серая. Серый цвет мне не нравится. Класс. Класс, скажи. Боже, так тихо, что ну, еще осталось перешить бимини, которая у нас вообще здесь развалилась под солнцем. Ну, это уже где-нибудь, наверное, в следующей жизни. Когда мы переедем, где можно будет купить санбреллу. Это сейчас все досыхает. Две местных тетечки нам это все убрали, почистили. Мы заказали этот сервис в бот-ярде. И вот то, что мы показывали, это уже было после уборки бот-ярда. Так вот, это была лодка уже мытая. Или тетечки крутые вообще. Это те, которые нам стирали, сделали лоундри. Во сколько нам обошлось лоундри? 40 баксов, это, наверное, не знаю, 150 килограмм. Это было 7 мешков одежды, включая все постельное белье, одеяло какие-то, еще. Стиль, весь текстиль, который был на лодке и вонял. Вот, теперь мы можем устраивать пати и опять загадить всю лодку. Реально видно желтый цвет, то есть они его просто отмыли. Она такая, наверное, никогда не была, даже когда мы ее забирали. Ну, короче, я уже, по-моему, это когда-то говорил про маврики, наверное. Короче, вот так вот. Сейчас мы еще внутри чуть-чуть дотюним. Вот в этом апреле месяце у нас заканчивается регистрация лодки. Поэтому мы занялись вопросом о том, что делать, под каким флагом дальше ходить. И вот, внимание, пришел пакетик с DHL-ем. Итак, внимание. Ап! Новые документы и... флажок. Разворачиваем. Я думаю, что сейчас ни у кого не будет секретов, что это за флаг.
Поэтому страну я вам даже говорить не буду. Я думаю, вы сами в состоянии догадаться. Важное мероприятие. Была снимать Сьерра-Леоне. Одна, а стала лодка другой. Итак, что мы делаем? Переподчинились. Мы теперь подданные. Мы теперь не африканцы. Это очень символично, потому что мы сейчас находимся в Африке. Мы больше не африканцы. Это так вот мягко сказано. А мы сейчас, Диночка, кем стали? Карибцами. Карибанцами. Карибанцами. Нам тут все говорить, опять эти карибаны приехали. Итак, раз. Никому, кстати, флаг Сьерра-Леоне не нужен. А что ты с ним будешь делать, Сережа? Сьерра-Леоне? Какие планы? Не знаю. Какая судьба постигнет флаг Сьерра-Леоне? Можно утопить, он так прикольно, кстати, выгорел, смотри. Обязательно. Утопить, да. Часто явно его разворачивали. Много ходили за последним. Все. Теперь делаем его. Надежная фиксация? Еще бы. У нас их, если что, есть два. Итак, я не вот ошибся, узнаем, да? Да. Не, все четко. Попугайник, да? Вверх тормашками. Теперь важный момент. Вставляем его обратно. Ну вот, собственно. И вставили обратно. Вот, собственно, флаг карибанов. Вуаля, попугай. Следующее, что мы делаем, продолжаем проверять работоспособность всех систем на лодке. Итак, запускаем двигатель. Даже кнопка не нажимается. Наверное, отключил предохранитель. Сейчас пойду проверю. Мотор включен. Выключен. Далее. Проверяем генератор. Я так понимаю, что это же счастье нас будет ждать и с генератором. Так. Он. Он. Off. Off. Он. Это негатив, это позитив. Ну что, поехали. Это пошел вода, звук. Не запускается. Ребята, которые... Вольтмитер. Вольтмитер. Я should be somewhere. Wait. Yep. This is Carissa. Короче, заряд батареи был 2,2 вольта. Вон какая черная сажа полилась. Видно? Работает, мотор работает ровно. Короче, я думаю, сейчас зарядится, может, час поколбасит, а там будем смотреть, что с ним дальше делать. Надеюсь, что все будет хорошо. Естественно, из-за того, что мы стартовали с низкого заряда батарей, это у нас не работает. Но это стандартный прикол, то есть оно полечится, когда батарея будет заряжена. У нас лодка стояла, заряжалась 2 часа. Запускаем, проверяем. Все, батарея сдохла. Селеви. Вот сразу загорелась. Engine, voltage warning. 11,9. Это после того, что батарея работала 2 часа, ее заряжал двигатель. Ток зарядки идет хороший, мы проверили, почти 14 вольт, 13,8. Окей, папа Сава, Асанте Сана. Батарейки, которые нам... Итак, поехали. Вот она, батареечка. Что у нас здесь? 100.
12 вольт. Good condition green. Charge battery red. У нас тут green. Good condition. Сейчас будет момент истины. Мы сейчас поставим эту батарею и попробуем запустить двигатель. А отсюда будем смотреть, что из этого выйдет. Надеюсь, что все получится. Что у нас тут происходит? Вот эта вот штука. Вот. Там есть сальник. Вот, ну, здесь, наверное, не видно, но не важно. И вот он начал пропускать внутрь самого двигателя воду из унитаза. Короче, радость спорная, но этот мотор, скорее всего, придется заменить. Как минимум разобрать и посмотреть, что это такое. Там внутри есть такие лопасти, которые, если его вот сейчас резко дернуть, то они отломаются. И $350 по пандос на всей этой системе. Поэтому я сейчас откручу вот эти вот штуки, сниму вазу, откручу там маленький болтик. Такое вот у меня развлечение. Разобрал я унитаз, будем сейчас заниматься дефектовкой. Выглядит это так, вот эта вот штука, это стоит здесь, оно подключено к сливу. Сверху на нем стоит ваза, а дальше самое интересное, к нему подключен мотор. Вот здесь находится вот этот вот мотор, там вот такие лопасти, гриндер. А вот вы видите, половина его была под водой, да? То есть, что значит, если сюда попала вода, перед электрическим двигателем стоит вот такая вот штука. Она вот находится вот здесь. Это значит, что вот этот сальник, который вот здесь вот видно, он разломан, вот из него части, это пружинка, он пропускал через себя воду, эта вода попадала в мотор, и, соответственно, внутри мы видим вот такую вот картину, то есть все в коррозии, ну, мотору понятно, это уже утиль, но что еще отсюда видно? Вот видно все ржавое, значит, была вода. Самое главное, что у меня получилось, снять вот эту вот штуку, вот эти пластмассовые лопасти маленькие, они обычно всегда выламываются. И когда ты ее выломал, то попадаешь сразу на полный набор. Такой запасной мотор у меня есть, нужно под него только найти сальник. И может быть, я думаю, что лучше его поменять. Вот, и мы поменяем мотор и потом соберем это все обратно последовательно. Короче, вот этот мотор, мы его сейчас чуть-чуть собрали. Вот. И я договорился с Питером, он его отвезет на фирму, которая занимается ремонтом моторов, и они его восстановят. То есть он сказал, что с этим нет проблем, это мотор не ушатанный вообще полностью, то есть, как по мне, он вообще ушатанный. На пятерочку. На пятерочку ушатанный, да. Но они сказали, сделают, не вопрос, поэтому не надо его выбрасывать, не нужно его ничего с ним делать, кроме как восстанавливать. Посмотрим. Сейчас мы будем смотреть на то, как сейчас будут распределяться ветра. Так как я говорил, что мы планировали изначально идти вокруг Африки, но мы задержались в Киеве, поэтому мы сейчас будем рассматривать альтернативные варианты. И я так понимаю, что вокруг Африки у нас уже идти не получится. Итак, что мы имеем? Вот у меня есть pilot chart. Southeast Asia to Mediterranean, March. То есть сейчас у нас конец марта, и мы находимся в Кении, и мы будем идти на Сокотру. Вот здесь, вдоль берегов Сомали, но мы отойдем так подальше, и потом пойдем вот сюда. Что мы имеем на данный момент? То есть вдоль берегов Африки у нас превалирует... Что у нас превалирует? Течение идет сюда, вот зелененькое это течение. А ветра сейчас очень сильно крутятся, поэтому есть и южный, и восточный, и северо-восточный, то есть все. Дальше сейчас, если мы смотрим карту течений наверх, то у нас северо-восточный и восточный. Это нас не устраивает. То есть с такими течениями ветрами мы идти не можем. Но сейчас у нас март месяц уже подходит к концу, поэтому мы переворачиваем страницу и начинаем смотреть апрель. Что у нас изменилось в апреле? Как вы видите, северных ветров больше нет. Есть юг и юго-восток. И вот мы поднимаемся. Все, что нам нужно сделать, это найти возможность так, чтобы ветер был не восточный, а юго-восточный. Тогда мы сможем отойти подальше от берегов Сомали. И потом на попутном ветре уже пойти на Сокотру. А потом от Сокотры, здесь вы видите, уже ветра идут
по направлению к Красному морю. Здесь, конечно, будет мордотык, но там мы будем уже смотреть, исходя из ситуации. Может быть, это уже будет май месяц. Только что мы проверили погоду по пайлот-чарту, и дальше мы открываем World Cruising Routes. Это книга Джимми Корнелла «1000 маршрутов вокруг земного шара». И отсюда будем смотреть на то, какие ветра, какие маршруты, и вообще, что он говорит нам о том, как идти вдоль побережья Африки, в Средиземку и в Красное море. Итак, вот мы открываем pilot chart. Кения to Red Sea. И что здесь говорится? Что лучшее время для перехода — апрель, май и сентябрь. Тропические шторма начинаются в июне и в октябре. То есть, вот у нас идет полное описание маршрута, Ливин Момбаса, идем там т.д. параллельно к курсу. Но на самом деле мы так идти не будем, потому что я не хочу подходить близко к побережью Сомали, мы будем уходить дальше от берега, значительно дальше. Поэтому период мы посмотрели, по пайлот-чарту совпало, по Джимми Корнелл буку совпало, осталось только выкачать прогноз погоды, актуальный на период, выбрать момент, когда ветер будет соответствовать нашему маршруту, чтобы мы могли отойти подальше от берега, то есть более южный. Нам нужно полутора суток, то есть этот период времени можно достаточно четко определить. Сейчас я занимаюсь тем, что пытаюсь запустить генератор. И вот, внимание, через 5 лет владения лодки я обнаружил, что у генератора своя батарея. То есть это логично, я читал мануал, я знал, что она есть, но я был уверен, что она с двигателем — это одна батарея. Ну нет. Вот сейчас покажу, где она. Вот эта вот маленькая дощечка снимается. Своя зарядка и своя батарейка. Батарейка, между прочим, сейчас я покажу, какая. Она небольшая. Вот ее характеристики. Я думаю, сейчас все видно. Короче, век живи, век учись. Мы купили вот такие вот штуки. Это прикуриватель, или, как они по-английски называются, jumper wire. Мы их подключили к стартовой батарее двигателя. И сейчас будем запускать генератор. Да, генератор у нас находится вот здесь. Я думаю, что его никто еще... Я его не показывал, не открывал. Короче, вот он. Такой у нас генератор, или по-английски называется genset. Ну что, проверяем? Мигает сервис-лампочка. Пошла водяная помпа, импеллер качает воду. Вуаля! Загорелась лампочка зеленая, означает, что все работает успешно. И заодно можно проверить, 641 час у нас проработал данный генератор. В чем все-таки была причина того, что у нас разряжен был аккумулятор? Итак, смотрим. Вот это двигатель. Вот вся электроника, которая включается. И вот здесь есть такое реле. Вот его видно. Вот это реле. Оно умерло. Что произошло? Когда включается зажигание, это реле включает электронику. И вся электроника начинает работать со включенным мотором. В тот момент, когда мотор выключается, реле размыкает. И электроника вся выключается. В нашем случае реле закоротило, что-то с ним случилось. Оно включило электронику, и вся электроника просто высадила всю батарею. Вот такая у нас история. Я вам показал, как выглядела лодка, что у нас с лодкой произошло за время нашего отсутствия. То, как мы лодку условно приготовили, потому что туалет у нас один не работает. Мотор нам так и не починили, а он оказался умер. Пойдем в том виде, в котором оно есть на данный момент. Селеви, ничего страшного. И, ну что, нет? Да! Друзья, подписывайтесь на наш канал. Капитан Герман, следите за нашими путешествиями. И мы вам будем рассказывать много всего интересного. Пока!